Всем привет, Рики Джесс, смотрите, мы продолжаем играть в Контракт Варс. Я что-то увлекся. Вот это уже третья серия. Что ж, скоро у нас кредитов будет очень мало. Но мы все равно продолжим. Я тут подборочку сделал. Так, моих пушек. Давайте с крысами поиграем, почему бы нет. Немножечко. Поиски игры. Я предлагаю сюда пойти. Будет отлично поиграть. Да. С випом. Так, ну что ж, начали. Это мои крысы. Да, тебе, конечно же, глушак стоит. До глушака прокачаться. Может быть, в таске посмотрим сейчас что-нибудь. Ее нацепим. Да блин. С ним сложно вообще, он как трясется. С одного выстрела убил. Что-то мучился, старался там. Убойность, конечно, тоже бы прокачать. Было бы супер. Но вообще крысы неплохой. Автомат я с ним тоже играл. При правильной прокачке. Чтоб, нифига себе, ЕБР уже у кого-то есть. С ЕБР я тоже прошки делал. Я вообще со всего прошки делал. В свое время. Сейчас уже что-то как-то разучился. Чтоб тебе... Да почему я-то так хреново-то играю? Так, разведчик прокачать. Мне бы крисы прокачать. Ладно, потом выйдем. Может, какой-нибудь глушак на него поставить. Глушак, коллиматор будет уже круче. Зарядка мне нравится его. Быстрая. Довольно. Ну и скорость. Неплохое передвижение, потому что да, не тяжелое. Заметили. Из домика можешь посмотреть. Чё, убил? Или помог? Паф и все. Предлагаю все-таки взять. Прокачать, мы его прокачаем все-таки. Пока что вихрь самый у нас крутой. Вот это да, вот это он рулит. Надо спрятаться. Не очень хорошая позиция. Отлично. Ты там опять всех шмаляет. Будут вип убивать. С вихра лучше... очереди не стрелять, лучше по чуть-чуть. Вот так вот. Тонкая работа. Ништяк. Со снайперки СВД-98, ну неплохо.
А при правильной прокачке она очень даже хороша. Ну, она, конечно, самая слабенькая, но все равно. Мне Орсис нравится. Звук крутой. Ну, шестой сет. Раньше, по крайней мере, я думаю, сейчас тоже шестой. Блин, убежал, не заметил даже. Идут. О, новый левел, 9-й. Ништяк. Нам еще 10-й нужен. Випа убили. Красавчики мы. Давайте сенсор возьмем. Дальше закинем, может кого-нибудь да убьет. Вообще на маленьких картах она более эффективна. Надо правильно кинуть. С откуда Ваня? Вон они идут, красавцы. Еще двоих убил. Дабл килл. Вихрь нашел, прокачиваем. Ух ты. Не заметил сразу. Я его изрядно ранил. Били со снайперкой. Мне нужно дабл киллы понаделать. Как же мне нравится контракт Варс, не знаю, он чем-то затягивает. С этими звуками, наверное, берет. Может, графику получше сделать. Да, звуки, конечно, шикарно в Contract Wars. Вот он, дабл килл был. Нифига себе, меня оглушили. Ну, теперь точно знаем, что дабл килл нужен для вихра, чтобы прокачать. Кто там, блин? Ладно. Кто там еще стреляет? Спрятался, вон он, я видел его. Сзади подкрался. Может, убьют его? Дабл килл. 5, отлично. Мне нравятся дабл киллы. Так, что там у нас? Вот дабл килл, 2 дабл килла. Давайте выйдем. Отлично. Сейчас будет 10-й левел у нас. Раньше, я помню, можно было за каждые 5 левелов брать одно СП, но сейчас отменили, к сожалению. Так, хотели посмотреть, чем тут можно прокачать. Че, не могу разблокировать, что ли? Ребятки, а как разблокировать? В
Таск нужно сначала сделать или что? Можно вообще приблизить. Аптечки-то у меня есть, это понятно. Нам, видимо, надо еще прокачаться до определенного уровня. В тасков мы сможем продолжать прокачивать его. Вот это я хочу, было бы круто. Глушитель, конечно, бы пригодился. Ладно, где будем играть? D7 нет. Бридж. Где больше игроков у нас? Нет, не здесь. Лесопилка, отличная карта. Я на ней тоже сделал штормкиллы и прокиллы раньше. Ну что ж, мы загрузились. Так, места есть, это хорошо. Нужно быть бдительным. Неплохо. Иди сюда. Кусок мяса. Ладно, подождем, мы сейчас начнем нормально. Нам надо 10 левел все-таки уже взять. Скоро будет 10 левел. И будет круто. Давайте, ребятки. А это у кого-то Райджел килл был. Дабл килл. Let's go. Неплохая позиция. Кто там стреляет? Ах ты ж, блин! Что же вы так хорошо научились играть? Он тоже с вихрем? Какого фига? Я думал, у меня один. Я думал, только у меня вихрь. Кто там опять стреляет? А? Походи давай. Вот он, я вижу его. Блин! Он меня лучше видел. Так, стрелок. Да кто ты, блин? В спину нехорошо стрелять. Ну, мне нехорошо стрелять в спину. Ну, живучий какой. Ты вылезешь же. Ну и кто там еще хочет от меня что-то? Вот он, я вижу его. Вот так вот. Опять вот он. Раджи килл. Это нехорошо, конечно, так делать. Блин. Ну, КД надо улучшать. Тут надо быть внимательным. Так где ж ты, блин? Я ж тебя видел где-то.
Была бы у меня пробиваемость, я попробовал бы пробить. Ну, блин, ковыряешься тут. Двоих, что ли, убил? Это мои фраги были, эй. Походу, он меня заметил. Это стал крутиться. Кто там меня убил? Я думал, тут мне будет легче. Я ошибался. Ну, туда кинем куда-нибудь. Кого-то убил. Вижу. Да блин, моих фрагов всех воруют. Все, сейчас мы им покажем. Кто ты спрятался? От судьбы не уйдешь. Ну, комарики, выползайте. Вылетайте. Эй, какого? Блин, у меня же дробовик. Да возьми ты уже автомат свой. Так, вот он, ну неужели? Где вы там? Что-то у меня не очень хорошая позиция, мне кажется. Надо передислоцироваться. Или как это? Дислокация ясна. Вау-вау-вау, это по мне, это я чувствую. Спиной почувствовал. Ладно. Блин, сзади. Так неожиданно. Я даже не знаю, за кого взяться. Да блин. Да, ребятки, игра, конечно, фигово. Отлично. Наверное, надо с випом поиграть. Кто там? Все, мне тоже начинает надоедать. Понял, да? Нельзя терять бдительность. Что же я тебя убить-то не могу? Вроде стреляю по тебе. Выбираем цель, стреляем, убиваем. Сейчас надо занять позицию. Незаметную. Давайте рядом с кустиками займем позицию. Вот он, стреляет по мне, да? Подонок. Пдыщ, сзади. Сзади, сзади, сзади. Как же я мог так опрометчиво лохануться? Вот он ты. Ты ж какой ушлый. Вот так вот, надо в голову стрелять. Самое эффективное.
Ну, конечно, у него тоже вихрь. 14 левел. А у меня уже на 9 вихрь. Так вот. А 14 левел не такой он уж и тащер. Хотя с вихрем. У меня должна быть хорошая точность. Потом почитал ваши комментарии, думаю, мне будет потом попроще как-нибудь прокачаться. Так кто ж там меня с мухобойки стреляет? Отлично, одна пуля попала, шальная. Обожаю, когда у меня шальные пули. Это очень круто. Вообще можно, по-моему, как-то сюда попасть. Ладно, я уже разучился. Как ты попасть-то не можешь? Что такое? Косой-то совсем. Так вот. Глок, ну конечно. Глок рулит. Ползайте. Я зол на вас. Так, а раунд закончился. Ну, скоро 10 левел. Все, давайте другую карту возьмем. Выйдем с сервера. Глушитель, но нам до сюда сложно добраться будет. Таск еще не выполнен. То есть сначала надо в таск обязательно сделать. ЕБР. Круто было бы. В принципе, пока тут можно пооткрывать. Легкий пулемет. ТКПД, я бы на ТКПД, КТПД хотел бы открыть. У него втаска нету. Теперь можно видеть, на кого есть втаск, на кого нету. Ух ты, какой-то однозарядный пистолет. Дорогой. Так, ладно, давайте найдем какую-нибудь игру. Давайте режим выберем. Ладно, пойдем сюда. Развязка. Только начало. Отлично, идем за... Хороший шанс в таск повыполнять. На вихрь. Нужно хорошо постараться. Пока что один готов. Еще мало игроков, но я думаю, подтянутся. Еще даже випа нету.
Сколько мы троих убили? Троих убили. Вот они еще. Отлично. Там будет их непросто достать. Со снайперки бы достал, но не с вихрем. Вон же вижу его. Таки попал. Но было сложно. Далеко был. Сейчас повылазит опять. Здесь даже нулевого левела. Движение? Блин. С другой стороны тоже меня стреляли. Опасно было. Что же вы в меня-то стреляете? Эй, отвлекайте только. Ух ты, двоих попал. Одного своего, по-моему. Сейчас шальная пуля еще угодит. Передислоцироваться нужно. В кого он там стреляет? Так, с откуда они пойдут? Сейчас будет охота на випа. Мне нужно будет позицию занять. Дабл будет? Отлично. И штормкил заодно. Обожаю штормкиллы. Серии будет много по Contract Wars сейчас, ребята. Вы сами просили. Блин, у меня еще патронов мало. Не хочу расти, ребят. До 60-го левела. Мне 59-го хватит вполне. Пока что. Задание легче выполнять. Это там действительно нереально будет потом. Сложно. Невозможно, я бы сказал, сложно. Готов один. Тоже будет сейчас опасно. Сколько я убил? 12? Мне до прошки не хватит просто патронов. Угу, с дигл уже есть у него. Молодец. Ну, это уже был шанс для прошки. Не реализовали. Дабл. Че, не было дабла, что ли? Кто-то другой мне помог их убить. Девять минут еще, на, я думаю, у нас хороший шанс есть. Випа надо мне поубивать для поднятия 10-го левела. 10-й левел нам нужен. С
Диглом опять ходит. Че, я вип, что ли? Давайте выползайте все разом. С ножом на меня. Или хотя бы с пистолетом. Так, ладушки, ладушки, идем. Так, двойное убийство. Хороший шанс получить двойное убийство. Так, не вижу тут никого более. Можно тут немножко подождать, на небо посмотреть. А что, она не движется? Что, нельзя сюда залезть? Ну ладно. Да не мешай мне. А, блин, дабл не получился. Вылазит. Чувствую, вот они. Готовь, готовенький. Да что ж ты-то меня пугаешь? Полезли. Трипл килл. Трипл килл, ребятки, у нас был. Ништяк. Идите за мной, я вас отвлеку. Чё, ни одна бомба не... А, она на мост упала. Неужели не хватит? Блин, понавылазили. 10 левел это хорошо, я поэтому, наверное, выйду сейчас. 10 левел у нас есть. Ух ты! Поздравляем, в связи с 10 уровнем и разблокировки второго блока оружия. Заказчик очень доволен и обеспечивает вас следующими полезными ресурсами. Вихрь на 3 дня, замечательно, но вихрь я купил. Вот такая вот история, ребятки, у нас с вихрем получилась. Ладно. Это была всего лишь одна ошибка, которую мы допустили. Хотя я бы не сказал, что это ошибка. Мы заранее взяли вихрь и порадовались. Также у нас есть рулетка, 3 попытки. Можно много чего крутого взять. А на автомате нельзя, чтобы она как... В... Нифига себе. Получить плюс 75% к сумме ГП... Один раз при следующем пополнении баланса. Через 47 или после платежа бонус будет аннулирован. ГП бонус. Ну что ж, давайте возьмем. Ладно уж. В следующем выпуске возьмем. Еще один раз сделаем донат на контракт Варс. Так, нас могут все деньги вытрясти. Камуфляж. Выглядит камуфляж на М4А1. Попыток можно будет купить. Я думаю, в следующей серии мы с вами купим попытки. И покрутим рулеточку. 10 раз покрутим. А пока что, ребятки, я с вами прощаюсь. С вами был Дариди. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.